Привет всем, кто сейчас на моей страничке и видит этот сюжет. Я буду краток, не хочу долго растягивать. Около полугода я ничего не снимал практически, ну там за исключением, может быть, небольших сюжетиков. Но сейчас хочу вернуться к теме Matec F405 SE, то есть к тем вот этим вот квадрокоптерам, которые я зимой собрал на базе Matec F405. Значит, в этих вот корпусах, в корпусе Boeing TOSIC 16, в корпусе SIMA X8, значит, они практически готовы. Я провел с ними летные испытания, довел до ума, ну, насколько у меня это получилось, конечно, вам судить. Значит, довел до ума, до того ума, который мне необходим, будем так прямо говорить. Значит, их полетные качества, то есть управляемость, удержание высоты, сопротивляемость ветру, значит, выполнение необходимых функций, то есть возврат домой, возвращение при потере сигнала. Все это действует. Летают они ровненько, плавненько, слушаются команд. Значит, ну, если вы помните, кто смотрел предыдущие видео, зимние, которые я снимал зимой, там, где я пытался научить их летать, у меня были проблемы с пидами. То есть, основная какая была проблема? Это при сбрасывании стика их начинало колбасить, унитазить. Они рыскали, искали. Ну, есть такая особенность в программе INAV. INAV идут 2.5, 2.6, 2.6.1. У меня последняя здесь версия стоит INAV 2.6.1. Может быть, сейчас есть уже и выше прошивки версии. Но я пока не интересовался, потому что нахожусь сейчас в летнее время на даче, интернета у меня здесь нет возможности зайти и посмотреть, какие версии INAV сейчас есть. Ну, вот последняя здесь, которая у меня прошита, это INAV 2.6.1. И проблема такая, что при сбрасывании стика он не останавливается резко, а начинает искать ту точку, при которой был сброшен стик. То есть по инерции он ее пролетает, потом возвращается, начинает искать, а если, а то и хуже, то начинает его колбасить, то есть унитазить по окружности, и он становится практически неуправляемым. Есть еще одна такая особенность у этого полетного контроллера или у программного обеспечения, не знаю, но было у меня и с этим квадрокоптером, если кто-то помнит, кто смотрел неуправляемые полеты, управляемое падение, что здесь при посадке практически, ну, в корпусе он был в другом, в таком же черном корпусе. Значит, при посадке, причем два раза, он был в корпусе красном, потом в корпусе черном. При посадке его или при взлете его резко бросало в сторону, он набирал скорость сумасшедшую, выходящую за 200 км в час. Вот, и становился неуправляемым, улетал куда-то. Очень тяжело было поймать. Такая же история была и с этим. Значит, с этим при посадке его вдруг резко кинуло в сторону. Это все документально подтверждено. Я вам покажу скрин этого полета или этого момента. Его сбросило в сторону. Он резко набрал скорость 214 км в час. Его понесло непонятно куда вообще. Мне с трудом удалось его взять под контроль и посадить. С этим была немножко другая история. Ну, похожая, но тоже при посадке и при попытке его развернуть вокруг своей оси, по яву, значит, его дернуло в сторону. Он набрал скорость 274 км в час, врезался в ветки айвы. И упал, благо, что невысоко был, упал на землю. Но особых повреждений не произошло. Так что были такие. Когда я выяснил, в чем дело, это при завышенных пидах могут такие вот моменты быть.
Поэтому с ПИДами надо быть очень аккуратно. При регулировке ПИДов надо прибавлять, ну, не более 10% где-то, аккуратной поступью, смотреть, как и что, значит, реагируют на изменения ПИДов по П, по Д, по ЯВ, по АЙ. По ЯВ не надо трогать АЙ, если в программе написано по АЙ 70, значит 70. Если написано 40, значит пусть будет 40. Только по П регулируйте, не надо регулировать АЙ. Потому что вот я заметил, что именно когда трогаешь АЙ, и получаются вот такие вот нюансы. Ну, что еще хочу сказать, значит, настройки, в принципе, меня устраивают, которые сейчас они есть. Ну, конечно, может быть, в процессе еще буду дорабатывать, потому что при различных винтах я вот менял здесь винты, и, естественно, они себя вели по-другому. То есть под каждые новые винты, под каждый аккумулятор, потому что здесь у меня два аккумулятора, один внутри на 7,4 вольта. Двухбаночный стоит, вот, литий-ионы, он для питания подвеса и курсовой камеры, а снаружи стоит аккумулятор, это основное для питания полетного контроллера, регуляторов оборотов и моторов. Вот здесь у меня немножко по-другому, здесь у меня аккумулятор может вставляться и сюда, и дополнительный может подвешиваться сюда, и здесь вот аккумулятор, опять же, литий-ионный на 7,2-баночный, на 7,4 для питания подвеса и курсовой камеры. Курсовая камера, а экшн-камера отдельно, она ведет съемку. Я не все еще тесты провел с ними, провел только основные. Хочу провести еще тесты на дальность. Вот. Ну, не буду затягивать это все вступительное слово. Хочу вам документально показать, как они летают сейчас. Можете потом сравнить их, как они летали зимой, как они летают сейчас, какая управляемость, качество съемки. Значит, да, некоторые, особенно с этим были в первоначальном этапе, нюансы были, проблемы с подвесом. Но подвес после этого я отрегулировал, тоже ПИДы на подвесе отрегулировал. Сейчас он ведет себя очень хорошо. Слушайте, посмотрите, как снимает новая камера. Предыдущую я разбил, если кто смотрел, опять же, когда испытывал первые полеты с этой моделью, с Симой, она была разбита, пришлось покупать другую, но я, в принципе, доволен именно качеством стабилизации на той камере. Шестиосевой гироскоп, он себя оправдывает. Вот. Но в процессе тестирования этого дрона был уничтожен один подвес, практически поломана плата. Но сейчас он как запчасть лежит, если можно, гироскоп, что-то проблема там с гироскопом. Вот, ну, поэтому будем разбираться уже в зимнее время. Лето заканчивается, я, к сожалению, еще ничего толком не снимал, не опубликовал, потому что были на то объективные причины. К сожалению, у меня здоровье подвело. Возраст уже не молодой, и, естественно, болячки накапливаются. Пришлось провести практически 2/3 лета и половина сезона, больше даже половины сезона в медучреждениях. Поэтому это мое первое видео в этом летнем сезоне, весенне-летнем сезоне, посвященное квадрокоптерам. Да, я уже сказал, планирую еще провести тесты на дальность. Хотя это у меня не дальнолеты, вот, и не долголеты. Это у меня аппараты, которые настроены в режиме круиз для комфортного полета, для того, чтобы можно было комфортно снимать, не развивать большую скорость. Хотя в процессе предварительных настроек у меня вот этот особенно выдавал скоростные данные, ну, как я сказал, было 214 километров в час, ну, это садзонавта, как говорится, это 274, вот. При такой скорости быстро сдыхает аккумулятор, тем более у меня аккумуляторы небольшой емкости, вот. Они быстро сдыхают, и ресурсы небольшие, ну, и также
Он летал у меня до 74 километров, набирал скорость 60, хотя я специально ему таких настроек, то есть таких заданий не давал. У меня была задача отрегулировать ПИДы, и чтобы он слушался, вот, не улетал никуда. Вот, то есть, чтобы был послушный, управляемый, комфортный квадрокоптер, предназначенный для аэровидеосъемки. Ну, кажется, я этого добился. Если где-то что-то у меня не получилось, может быть, кто-то подскажет, значит, что мне еще сделать. Вот, пока предлагаю вам посмотреть те видеоролики, которые я успел недавно сделать, и предлагаю вашему вниманию. Приятного просмотра! Ну, в общем, удержание. Я здесь по рулу изменил, добавил. Но видно, не надо было, потому что я смотрю, что как-то он или это перекособочен подвес. Поднимаем. Вот поднимаем мы его, поднимаем 85 метров, 87, 90. Что-то его начало трусить. Подвес начал трусить. Опускаем. Что-то подвес 162 метра. Мы опускаем вниз. Сто пятьдесят девять. Пошел. Поворачиваем медленно. Ну, вот такой вот у нас обзорчик. Я не знаю, видно вам, не видно, но будет видно во всяком случае. Потом 120 пошли, 119. Вот с высоты. Солнышко, 105, 104. Девяносто пять. Девяносто. Ну давай сейчас его пустим куда-нибудь. Так, 80 метров. Опускаем вот так вот. Ну, полетели. Скорость 20 километров в час. Надо увеличить. 68, 67 метров, 66. Так. Заряд 39%. Маловато. Удаленность 200. Разворачиваемся. Сегодня у нас не есть задача проверка на дальность. У нас проверка на управляемость. То есть вот мы идем, опускаемся, как он идет, держит курс, держит угол. Вот направляю я его сюда.
Так. Прилетел красавец и встал как вкопанный, блин. Вот это мне нравится, что в регулировке. Единственное, что мне не нравится, это почему подвес криво. Перекосило подвес. Ладно. О, останавливается, летит, хоп, я бросил стик, и он встал. Все, никаких лишних движений. 17% заряда у нас. Ну, будем уже, потому что сейчас уже 13% заряда, будем его сажать. Отлично. Отлично, проверка, отлично. Проверяем, тестируем в X16. Ну вот, если видно, отставить. Забыл тут включить. Вот, полетели. Ну, вроде бы как. Сейчас мы добавим немножко по D. Так, стоп. Вот здесь добавим. И теперь по D. Ветер сильный. Очень сильный ветер. Как он вращается? Ветром его немножко, конечно, болтает. Вот так немножко опустим камеру. Еще раз повернем. Ну что, полетели вперед. Задом идем против ветра. Сейчас остановим его. Ну, в принципе, встал нормально. Без проблем пойдем в бок. Пошел. Останавливаем. Встал.
No problem. Все. Ну, я думаю, что никаких проблем. Вот он. Пошел против ветра его как. Против ветра стоит. Ветер сильный. О, смотрите, ветер. Ветер довольно-таки. Мы сегодня не будем много его эксплуатировать. Сразу протестируем чуть попозже. Возврат домой. Отлетим подальше. Все, у нас тут 44-45% запаса аккумулятора. Ну еще, в принципе, можно летать. Ну вот, вот он полетел. Разворачиваем. Летит. Летит неплохо. Ну, немножко, конечно, его ветром. Встал, остановился беспроблемно. Вперед. Ну что, давай. Сколько тут? Сейчас вернем его на базу. Далеко не будем отлетать. Сколько там? Летели на 50 метров. Вот он, получил команду возврат домой. Поднимается на 70, так что на 100 метров, что ли? Вот он прилетел уже. Ну, давай, что-то. Кажется, он не точно. Ну все, прилетел, прилетел. Верю. Верю, что прилетел. Молодец. Осталось 23%. Ну вот, все-таки его немножко колбасит, да? Ну, я думаю, что удачно протестировали. Ну, садись. Сели. Ну, все, я думаю.